Но здесь есть еще один такой момент. Хочу упомянуть его. Это касается... это все хорошо, мы режем. Все-все. Вот, разметили, режем. Нужно... если всю заготовку разметить четко, она по ходу дела размажется. Значит, что делать? Нам нужно определиться, что нас устраивает этот фрагмент методом разбивки по сегментам. И потом сегментично размечать и резать. Вот, вот мы разметили, вот видишь, я вот себе сегментно раскинул и здесь разметил. И я бы это сначала вырезал, ну и тебе рекомендую. Вот, вырезал это, потом разметил следующий какой-то сегмент, ну, участок сегментов. И снова резал. Таким образом не запачкивается заготовка, а то получается так, что если все разметить, это такой... Если все разметить, оно со временем сотрется и снова нужно размечать. А время – это дороже денег, скажем так. Вот что я хотел сказать по этому поводу. И потом еще, когда уже режется, вот эти упоры, они служат, сначала они помогают, в работе, потом они наносят вред. Вред наносят они следующим образом. Они вот этими гранями сбивают и наносят ущерб самой резьбе. Нужно что-нибудь подкладывать. Ну, можно подкладывать вот такую штучку. Вот. Ну, что-нибудь, может, тряпочку какую-то, что такое, чтобы оно помягчивало само... сам контакт с стола с заготовкой. Вот где-то так. Ну а мы продолжаем.